А сегодня мы по традиции заканчиваем наш выпуск опросом общественного мнения. Мы попросили ответить жителей города на такой вопрос. Как вы считаете, какие изменения нас могут ждать после выборов в местные советы? Ну, изменений каких-то в лучшую сторону. Чтобы тарифы, конечно, были хотя бы вменяемые, можно так сказать. Может быть, дороги все-таки в Днепропетровске сделают так, чтобы мы не ломали ноги. Это же ужас, это же просто ужас и кошмар. Не, ну, красивые делают Карла Маркса, это хорошо. Но а шаг в сторону, ходить же невозможно. Власть себя дискредитировала полностью. Это демократия, которую они нам навязывают, это тупик. И как выйти из этого тупика, непонятно.